шучу. Но я поддерживаю такую легкую иронию вашу. Вот. Действительно, ироничный вечер. Я очень как бы думаю, что вот эти две картины мои, написанные перед отъездом в Вегас, они вот очень подходят под тематику вечера. Одна из них называется «Наверху и снова на арене». Это продолжение моей как бы такой работы о клоунах. А вторая работа тоже такая, мне кажется, идеально подходящая. «Пьяное утро в китайском квартале». Нижняя работа. Ну, а теперь хотелось бы прочесть действительно иронично, с юмором маленькое произведение. Оно написано, на самом деле, посвящено нашим порокам. Один из наших пороков — это в России. За рубежом я редко встречал такие вещи, но в России мы часто любим говорить друг о друге за спиной не очень хорошо. Поливать грязью, выливать все, что думаем, за спиной. А в глаза улыбаемся. Собственно, этому и посвящена эта маленькая басня со своей моралью. Был сногсшибательный успех, и слезы на глазах у всех. Исполнил зрительский каприз, потом он пел еще на бис. Его встречали горячо, а он еще пел и еще. И пусть все было на ура, он нарушал договора. Последнюю спел арию, совсем не по сценарию. Но договор есть договор. И началось. Да он же вор. Он злостный нарушитель правил. Он коллектив родной подставил. Да он грабитель. Он подлец. Он аморален, наконец. Да он как лошадь пьет коньяк. Да он растлитель и маньяк. Он стыд и совесть потерял. Он родину и мать предал. Да он, само исчадие ада. Зачем такая нам награда? Таких трешею надо гнать. Убить их мало. Будут знать. Глядите-ка, второй кобзон. Дверь отворилась. Вот и он. Как только он туда вошел, гнев возмущения прошел. Все замечательно. Не ждали. Ну что ж, сегодня в ударе. Прекрасно было выступление. Простите, но у коллектива мнение, что зря вы им на самом деле последнее на бис пропели. Ведь был между нами договор. Он актуален до сих пор. Ведь время – деньги. А программа впритык ко времени, до грамма. Вы извините, время прибрали, другим бы выступить не дали. Все выслушав, ответил он. Всем компенсирую урон. Друзья мои, я приглашаю всех, ответь мой большой успех. За все плачу. И понеслось. Да ладно, мелочи. Все, брось, ты на друзей не обижайся. Да мы с тобой, не сомневайся. Эх, если бы он услышал, как только что был оскорблен, наверное, бы отменил банкет. Но не случилось это. Нет. А вот мораль. Все можно объяснить и никого при этом не оскорбить. Зачем тогда все за спиною? На человека льют помои. Вот такое вот ироничное на злобу дня.